Как относиться к нетрадиционной ориентации? Вот тоже вопрос такой интересный. Я считаю, что нетрадиционная ориентация есть заболевание. Но, к сожалению, данное заболевание, оно, видимо, генетическое. И излечить современная медицина данное заболевание не может. Таких заболеваний в нашей медицине их огромное количество. Есть заболевания врожденной слепоты, глухоты, которые невозможно излечить. Есть заболевания, которыми человек может заразиться или инфицироваться, и которые могут быть у него на протяжении всей жизни. Допустим, ретровирус или вирус герпеса или какие-либо еще заболевания. Их, в общем-то, достаточно много. Так вот, даже есть ученые, есть ученые, которые доказали уже на сегодняшний день, что это исключительно генетическое заболевание, такое же, как заболевание муковисцидоз или любое заболевание, которое является генетическим, как Дауна или муковисцидоз. И если это заболевание, а человек, который имеет такую форму или такие убеждения или такое ощущение, он является человеком, которого излечить невозможно. То есть его излечить невозможно, он болен этим заболеванием, даже в клеточной такой форме. Но если этот человек болен, то как необходимо к человеку относиться? Если он болен, нужно постараться его вылечить. Ну а если лечение невозможно, ну тогда необходимо это принимать и относиться к этому человеку со страданием. Именно поэтому я призываю вас не гнобить, не уничтожать, не заплевывать и не заклевывать этих людей. Относитесь к этим людям со страданием. Дело в том, что болезни такие не лечатся, поэтому сострадание — это то, что может помочь этому человеку. Единственное, чего он от вас хочет, это просто вашего сострадания к тому, что он изменить в себе, к сожалению, не может. Поэтому плохо это или хорошо, давайте оставим это или взвалим это на плечи Господа. Пусть Господу виднее, и пусть, раз он это создал, то пусть это будет еще и его проблемой, но точно.